Закон он для всех. Время хорошего кино. Минский международный кинофестиваль «Листопад» уже вовсю показывает свои лучшие картины по стране в кинотеатрах. А «Беларусьфильм» решил сделать дело неоткрытых дверей. Впервые пригласил всех в закулисье кино. Вот наш Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл. Так, это все ко мне? На киностудии снял полнометражный фильм. Вот киношники, вы, наверное, кто-то про него слышал. Да, даже видели кто-то. Даже не раз. Здорово, здорово, хорошо. Изображение с камеры захватывает чуть-чуть больше, чем нам нужно. Да? То есть вот это чисто техническая информация. Здесь вот тайм-код, во сколько мы это снимали, номер сцены, номер кадра, номер дубля. В день мы снимали порядка 2-3 терабайт. Так, то есть мы берем, вот, например, скремушка. Да? Она мажет кремушком ручки, мне кремушек нравится. Кремушек это там лежал, кстати, прямо в кабинете. Это чей-то был, это не наш. И сказал, ну так здорово. Ну это естественно просто, что заведующий это кремушком. Давай, бери. Идем дальше. Следующий дубль идем. И с очень большой надеждой, что он сделал лучше. Родительский комитет. Так. Так, а в чем дело? Тоже как-то пластилиново. Идем дальше. Так, а в чем дело? Это мне не нравится. И мне кажется, что она даже в фильм вошла. Как бы, ну, актриса играет, пусть доиграет, ну, какие-то интересные дальше будет импровизация, поэтому оставляем. Процесс съемок он окончен, все ждут монтажа. Дайте нам монтаж, потому что задействованы звук, цветокоррекция, композитор и графика. Все хотят монтаж, поэтому монтаж я сделал за 9 дней, дальше только плюс-минус равнял, но все требуют финальный монтаж. А тут ты потом что-то поменяешь, и у нас все плохо пойдет. Снегу. Как записать данный звук синхронный? Так, правильно, дальше развиваем. Как именно крахмал? Мешочек берется с крахмалом. И в руках шумооформитель, как говорится, нажимает и слышен, как именно по снегу, как будто создается шаг по снегу. Фильм «Кино снимается здесь». Национальная киностудия предлагает экскурсионное обслуживание для всех желающих в течение всего года. За это время вы сможете ознакомиться с краткой историей киностудии в экспозиционной зоне, посетить павильоны и посмотреть декорации снимающихся фильмов, изучить историю киностудии через собранные коллекции реквизита, оружие мужской, женской и военной одежды. Экскурсии доступны для организованных групп по предварительной записи. Момент переноски, либо я заряжаю. Вот такие моменты происходят. Настоящее после опускания выстреливает, где-то там взрывается, да. Может быть тоже разное, осветительное, осколочное. Это тоже там будет использоваться. А, ну, в нашем случае, естественно, муляжное, но в нужный момент можно стрелять. На линии стали тоже такое есть, мы тоже иногда помогаем при проведении реконструкции.